Отрывается к воротам. И счет становится 1-0 в пользу сборной России. Это проход Титова завершился взятием ворот. На второй минуте первого... Одна только сборная России. Заканчивается 7-я минута первого периода. 1-0 россияне выигрывают. Юшкевич. Бросок по воротам. И второй раз красный свет зажигается за воротами шведской команды. Это Николишин после прекрасной комбинации отправляет... Атакуют много, были, откровенно скажем, были у них моменты, но все-таки другой, конечно. А сборная России исключительно держит оборону. Бросок, еще один бросок. Ах, Трефилов. Нет, нет, я во всяком случае не видел, чтобы красный свет зажегся за воротами Андрея Трефилова. Де-арбитр рядом находился, он сразу развел руки в сторону. На табло. Идет третий период. 3-0 сборная России выигрывает. Да, все-таки засчитывает арбитр, по-моему, эту шайбу. Вот кто ее забросил, я просто затрудняюсь.